2018 год – это год 70-летия тюменской геологии. Правительством Тюменской области совместно с Сибирским научно-аналитическим центром запланировано проведение комплекса юбилейных мероприятий с участием ветеранов геологии, представителей нефтегазовых компаний и широкой общественности. Львиная доля вот в этих бюджетных поступлениях, она принадлежит этот, геологам, которые открывали это, свое время эти месторождения. Но доля Тюменской области, доля Западной Сибири вот это, в добыче по нефти, так и по газу достаточно велика. Начиная там с 90-го года, север Тюменской области или недра Ямало-Ненецкого округа составляет больше 93% этой добычи. А в конечном итоге вот эти месторождения были открыты основные в 60-е годы, 70-е годы были те, которые позволили как раз и создавать эту систему.